После лета наступила золотая осень. Включили в квартирах отопление, а в домах начали топить камины и мангалы. И они стали дымить. Стал вопрос, что же делать? Кто поможет исправить дымящий мангал или камин? Отчетное видео по исправлению дымохода. Все получилось по вашим рекомендациям. Как видно на видео, тяга отличная. Даже при закрытых окнах. Спасибо большое. Спасибо вам. Друзья, приветствую вас на своем канале «Пламя». С вами Борсук Олег Михайлович, Республика Адыгея, город Майкоп. Ребята, в этом клипе я хочу рассказать вам о своей онлайн-услуге исправления мангалов и каминов. Значит, исправление происходит через интернет, WhatsApp, Viber, электронную почту. Я имею большой опыт исправления мангалов и каминов. Не только по России, но и по всему миру. Благодаря интернету это стало возможным. Значит, если у вас дымит мангал или камин, вы можете присылать мне фотографии внутренней части, именно самой топки, чтобы я видел, как собран у вас мангал, ну, или камин, дымоход, чтобы видно было. В общем, присылайте мне фотографии, можно видео заснять. Я изучаю ваши материалы, и если я увижу причину, которую я могу исправить, я вам об этом говорю. Вот, и после вашей оплаты я вам даю инструкции. И мы в кратчайшие сроки исправляем вашу конструкцию. Так что, ребята, я рад вам помочь. Пожалуйста, прошу вас, обращайтесь ко мне, и ваша конструкция будет работать как положено.